Открытый чемпионат города по пляжному волейболу завершился в Могилеве. Юбилейный 10-й турнир стал самым массовым за его историю. На березе Святого озера смагались 19 пар. За гульнями назирал и Илья Соболев. Я впервые играю в пляжный волейбол, но кажется, все получилось. Перший блин не вышел комяком. Новичок Наталья Солдатенко и опытный игрок Яна Морозова стали открытием турниру. Переможное шестя гэтых могилевских девчат суперницы спынили только в финале. Вообще отлично. Для первого раза, для команды, для нее великолепно. Мы сыграли, молодцы, второе место. Даже думали, что будет хуже. Поэтому мы с собой очень рады, довольны. Чего, может быть, не хватило вот в финальной игре? Тренировок, упорства, может, даже немножко. Пляжный волейбол называют самым летним видом спорту. У Могилевской области ее наибольш популярны у Бобруйску. Откуль шмат пераможцев у республиканских турниров и игроков сборной Беларуси. Убачить некоторых из них можно было у чемпионате Могилева. Недавно проходил кубок республики по пляжному волейболу, в молодечном он был. Вот. Я там участвовал, занял второе место. Здесь есть достаточно серьезные соперники, они тоже ездят на чемпионат республики, на кубок республики по пляжному волейболу. Сярод яких и гэтая могилёвская пара. На хатнем турнире волейболисты были фаворитами. Входили в двадцатку, вот. В этом году, в прошлом году играли. Вот. Ну, как бы стараемся. Здесь нет шансов надеяться на кого-то второго, третьего, четвертого, пятого игрока. Ты и напарник. Поэтому здесь в запасе никого нет. И результат зависит непосредственно от твоих навыков, от твоего умения. У чемпионате города пара завоевала серебряные узнагороды. Лепшими як у мужчин, так и у женщин стали представники клуба «Локомотив». Илья Соболев, Миколай Соболев, новини регіону.